Марат Гельман-то еще вот что. Партизанщина, проверьте свои кошельки. Если ничего на купюре не написано, напишите. По скриптам. Теперь будут деньги на предмет реабилитации нацизма проверять. Ну вот и деньги очнечь, телек, зло и так далее. То есть вот этот человек, который себя считает умным и взрослым, этот делец от искусства, он призывает писать на купюрах. Да, портит деньги. А это статья. Это статья, Гельман. Понимаете? И вы не думаете, что вы когда-то сюда вернетесь, что вас простят. Нет, никогда. Вы себя ведете, знаете, как вот такой школьник, который ходит и срет под двери одноклассникам, которые его пиздили, да, или учителям. Какой же вы жалкий мудак, Гельман.